Барак Обама покидает Танзанию. Президент США завершил во вторник свое недельное турне по трем африканским странам. Глава американской администрации побывал в Сенегале, ЮАР и Танзании. В этой стране Обама заявил, что США переходит от благотворительной помощи Африке к торговле и сотрудничеству с континентом. В Дар-эс-Саламе Барак Обама и его предшественник Джордж Буш-младший почтили память погибших в результате теракта у посольства США в 1998 году. Церемония длилась несколько минут. Обама и Буш молчали и лишь поклонились памятнику. Затем они пожали руки родственникам погибших. 7 августа 1998 года в Дар-эс-Саламе погибли 10 танзанийцев, были ранены десятки человек, танзанийцев и американцев. В тот же день взрыв прогремел в столице Кении Найроби. Теракт организовала Аль-Каида. Там жертв было гораздо больше. Погибли 213 человек, в том числе 12 американцев.